Откровенно говоря, когда я готовился к вебинару, меня все время мучили сомнения. Сомнения вот какого сорта. А нужно ли вообще-то защищать большие территории? О чем идет речь? Вот я себе представил большую территорию, она внутри МКАДа, и примерно 1000 квадратных километров – это то, что представляет собой сегодняшнюю Москву. На самом деле даже больше, потому что Москва уже давно вылезла за эти самые километры. Вот 10 тысяч жителей, примерно 3-4 тысячи ударов молнии в год. И чего защищать? Каждое здание, оно защищено. Оно защищено каждое само по себе. И если оно защищено не будет, то Гостехнадзор не примет его в эксплуатацию. И разговаривать-то здесь, в общем, не о чем. Поэтому, если говорить о больших территориях, то что это тогда за территории? Получается вот какая вещь, что эти территории – это то, где мы с вами ходим. И защищать-то надо не территорию, а нас с вами. От чего защищать? Ну, понятно. От напряжения, шага и прикосновения. И вот задача-то сводится опять к тому, о чем мы говорили уже, ну, в общем, не один раз. Мы не один раз говорили о том, что напряжение, шага и прикосновения – это, в общем, не очень приятное и, к сожалению, не очень понятная вещь. Вот я взял и привел, извините, у меня хрипота какая-то, привел такой пример. Замечательный грунт, 100 метров, ну, по существу это чернозем. Стоит молниеотвод, нормальный молниеотвод, который поставили для защиты территории. У этого молниеотвода есть заземлитель, выполненный по совершенно твердым нормам нормативного документа РД-34. То есть горизонтальная полоса, 3 вертикальных стержня, все по норме. И вот теперь я показываю, как меняется напряжение шага в зависимости от расстояния до основания этого самого молниеотвода. Глядите, на расстоянии 10 метров примерно 200 кВт. На расстоянии 30 метров примерно 50 кВт. Вы знаете, попадать под такое напряжение – это не самая лучшая ситуация. Теперь, что было в виде защиты? В виде защиты была следующая вещь. Была рекомендация. Это насыпка грунта с высоким удельным сопротивлением. Ну, речь в основном шла о камушках. А поверх асфальт. Вот если вы сделаете асфальтовую защиту, то асфальт толщиной, скажем, там сантиметров 10, если в нем нету трещин, это была действительно очень хорошая защита. Но сегодня у нас в каждом городе есть заводик по производству плитки. Этот заводик принадлежит людям, которые имеют вес в этом городе. И поэтому асфальт практически во многих городах, в том числе и в Москве, заменяют плиткой. А вот плитка никакой изоляции не является. Вот по какой причине. Сама-то плитка изолятор, но плитка кладется с шагом, с просветами, в которые находится обыкновенный грунт, для того, чтобы уходила туда вода. И поэтому, когда человек стоит на этой самой плитке, он стоит не на изоляторе, он по существу стоит на грунте. И вот в такой ситуации получается, что люди-то, в общем, оказываются практически без защиты. Вот перед этим вебинаром,
пока мы тут сидели и разговаривали, мне был задан такой вопрос. Ну, хорошо, в большом городе много многоэтажных домов, у многоэтажных домов хороший фундамент. Фундамент является заземляющим устройством этого самого дома. Там-то уж шаговых напряжений больших, наверное, быть не может. И вот показать, для того, чтобы показать, может или не может, я хочу показать вам вот какую вещь. Вот график, который здесь есть, он вот о чем. Высотное здание. Это высотное здание стоит на фундаментной плите железобетонной, толщиной в 5 метров. Размеры этой плиты 40 на 40 метров. И вот теперь я считаю те перенапряжения, которые возникнут на разном расстоянии от фундамента этой фундаментной плиты при воздействии тока молнии в 100 кОА. Сама плита дает замечательное сопротивление заземления, всего 4 Ома. Вот глядите, на расстоянии 10 метров где-то около 7-8 киловольт. А на расстоянии 5 метров около 15 киловольт. Спрашивается, что будет с людьми, когда они попадут под это напряжение? Вот на этот вопрос я вам не могу ответить. Я не знаю, что будет с этими людьми. Потому что я не знаю, как действует напряжение такого уровня киловольтного при очень кратковременном времени воздействия. Те нормы, которые есть по электробезопасности, они ограничены временем в 0,01 секунды. А у нас с вами здесь не 0,01 секунда, а 0,001 секунда. Примерно 100 микросекунд. Но ясно совершенно, что воздействие будет слабее. Но все-таки, что это будет за воздействие? Что будет с человеком? Что будет с ребенком? Вот на этот вопрос ответить сегодня мы не можем. Мы не можем найти у себя в стране эти материалы. Я попробовал их поискать за рубежом. Ничего путного, откровенно говоря, я тоже не нашел. Только в одном немецком документе я прочитал такую вещь, что напряжение в 6 киловольт грозового перенапряжения, то есть с временем воздействия порядка 100 микросекунд, в нескольких процентов случаев может вызвать дефибрилляцию сердца. То есть напряжение примерно в 6 киловольт опасное. Если эти исследования действительно серьезны. Ну, а если это так, то тогда вся вот эта самая молниезащита больших городских территорий, она сводится вот к чему. Нужно создавать нормальное рассекание тока молнии или изолировать места, где сосредотачивается большое количество людей. Ну, памятники, церкви, мечети. Вот в этих местах я бы постерегся класть плитку. Во всяком случае, асфальт здесь намного предпочтительнее. Теперь дальше почему-то все время вспоминают поля для гольфа. Ну, откровенно говоря, сам я лично поле для гольфа видел один раз, да и то за границей. Поля для гольфа – это действительно большая территория. На этой территории есть деревья. По существу мало чем отличаются от полей для гольфа парки. И лесные массивы-то тоже не отличаются. Я никогда не слышал о том, что целесообразно защищать от молнии лесные массивы. Да я не знаю и как это сделать. Хотя, откровенно говоря, мне попало один раз в руки письмо человека, который занимается геодезическими вышками
И он предлагал сделать эти деревянные геодезические вышки, по ним проложить металлический токопровод, поставить штырь, и эти штыри будут выполнять функцию молниеотвода, которые будут защищать лесные массивы. Несчастье заключается только в том, что расстояние между этими геодезическими вышками – это километры и даже десятки километров. И если вы их поставите, вы, в общем-то, ничего не защитите. Вы защитите крошечные участки леса. А что представляет собой лес для молнии? Если у вас есть лесной массив более или менее равномерный, то число ударов в квадратный километр этого лесного массива не будет ничем отличаться от удара молнии просто в ровную, равнинную, ничем не застроенную и не засеянную, и не засаженную территорию. Потому что такая ровная площадка, поднятая над землей на 20 метров, не будет никак для молнии представлять какой-то интерес. Это будет просто равномерная поверхность земли. И число ударов на нее будет то же самое. В России 3-4 удара на квадратный километр поверхности. Что для людей действительно опасно? Для людей опасны опушки. Почему? Потому что у вас с одной стороны возвышаются деревья высотой 1,20 м, с другой стороны ровная поверхность, и у этих возвышающихся деревьев на ровной поверхности есть радиус стягивания, равный 3 высотам этих самых деревьев на опушке. И в результате этого дела в лесном массиве опасна опушка. Правда? Ее все равно никто не будет защищать, но она действительно опасна. И если вы попадаете в грозу, в лесной массив или в парке, то, если вам некуда деваться, уйдите от этой самой опушки. И это единственное, что можете вы сделать. Ну, а еще опасны особо высокие деревья. Но у нас в России нет уж очень высоких деревьев. Секвойи у нас не растут. У нас, в общем, деревья примерно одной высоты. Поэтому ни парки, ни лесные массивы никто у нас защищать не будет, и никто этого, вообще говоря, и не требует. Что-то я никак не могу найти стрелку, чтобы переключить. А вот. Сейчас, одну секунду. Что является большой защищаемой территорией? Вот, безусловно, линии электропередачи напряжением класса 110 кВ и выше. Вот это действительно большая территория. Опоры линии электропередачи имеют высоту с подвесом проводов где-нибудь на уровне 20 метров. Длина линии электропередачи класса, например, 220 кВт, будет никак уж не меньше 100, а то и 200 км. И это значит, что линия электропередачи представляет собой территорию площадью примерно в 20 квадратных километров, которые надо защищать по всей длине. И вот все линии электропередачи такого класса напряжения защищаются либо одним, либо двумя грозотрусами. У нас есть международная организация СИГРЭ, это комиссия по большим электрическим сетям, которая собирает опыт защиты таких линий электропередач с помощью грозотрусов. И набрана статистика, который исчисляется уже не десятками квадратных километров, а сотнями тысяч квадратных километров, умноженные на год эксплуатации. Эти данные обобщены расчетными формами, которые сделаны нашими с вами соотечественниками. Есть формула Бурсдорфа, которая дает вероятность прорыва молнии сквозь тросовую защиту к проводам. И есть формула Костенко, которая тоже
дает эту самую зависимость. Эти формулы, вообще говоря, отличаются всего, ну, где-нибудь в пределах двойки. Эта ошибка в два раза в грозовой молнии защиты ошибкой не является. Но надо сказать, что все методики расчетные, которые в мире существуют, и в том числе та самая вероятностная методика, которая используется у нас в России, она проверялась и калибровалась именно по опыту эксплуатации линии электропередач. Более надежных данных сегодня нету. И именно эти данные мы используем для того, чтобы проектировать любую молниезащиту, в том числе и не только тросовую, а стержневую тоже. Дело в том, что это самые представительные данные, которые есть сегодня. Ну, вообще говоря, сразу возникает вопрос о том, а как относиться к этим самым данным, если у вас эта линия электропередачи происходит в лесных массивах. Вот здесь получается та самая вещь, о которой я немножко уже говорил в начале. Если у вас линии электропередачи, а с одной ее стороны или с двух сторон есть лесные массивы, то фактическая высота линии электропередачи, ее превышение над этим массивом, она уменьшается. И в результате этого дела у вас число ударов в линию электропередач сокращается. Вот я показал, как меняется число ударов, число прорывов в линию электропередачи, если у нее с одной или с двух сторон находится массив лесной. Эти расчеты можно легко сделать при помощи той самой расчетной методики, которую ЦАНК предоставляет в ваше распоряжение, насколько я понимаю, абсолютно безвозмездно. Правильно, да? Вот это та ситуация, о которой можно говорить уже с полной определенностью. Вот для меня здесь очень важным моментом является использование грозотросов. Вот проектировщики, занимаясь молниезащитой, почему-то очень не любят грозотросы. Вот стержневые молниеотводы – это вещь. Вот стержневые молниеотводы давайте будем ставить где угодно. Вот перечеркнутая перед вами фотография – это резервуар с нефтепродуктами. Наверху стоят стержневые молниеотводы. Этих молниеотводов на таком резервуаре может стоять 4, а может 6, а может даже и 8 штук. Вот замечательная вещь, вот давайте так проектировать молниезащиту, так ее проектируют, а с правой стороны то, что при этом получается. Вот стержневая молниезащита резервуарных парков, это совсем нехорошо надежная вещь. Нехорошо надежная вещь из-за того, что для того, чтобы поджечь и устроить пожар вот на этом резервуарном парке, совершенно не обязательно, чтобы удар молнии у вас прорвался к резервуару. Если он прорвется к самому молниеотводу, то в окрестностях этого молниеотвода появится высокая напряженность электрического поля. И эта высокая напряженность электрического поля может сформировать незавершенные электрические разряды, подобные короны, подобные огням Святого Эльма, которые могут поджечь зоны газового выброса над резервуаром. И если защита дыхательных клапанов этих резервуаров плохая, пламя проникнет внутрь резервуара, а получится вот то, что здесь показано
вот на этом снимке. Что делать? Вот перед вами рисунок, который сделал не я. Это рисунок проекта «Молнии защиты» на одном из резервуарных парков. Я не буду говорить, на каком резервуарном парке, но суть дела здесь такая. 6 больших резервуаров с топливом и 3 грозотроса, которые идут по всей длине территории, занятой резервуарами. Вот теперь молнии находятся достаточно далеко от резервуара. Тросовая молниезащита обеспечит действительно надежную защиту. А опоры этих газотросов, смотрите, вынесены за территорию резервуарного парка. И ток, который будет стекать с этих самых опор через заземлитель их, он будет растекаться не по территории резервуарного парка, а за этой территорией, и не вызовет таким образом никаких наводок. Здесь тросовые молниеотводы – это явно очень серьезное преимущество в отношении тех, которые нужно было бы поставить на резервуарах. Есть одна маленькая зацепка. Проект был, а тросовых молниеотводов не было. Вот поэтому я вам и не хотел называть, откуда это. У тросовых молниеотводов есть еще одна особенность для защиты больших территорий. Вот представьте себе, что вот это вот у вас большая территория, вот тросовый молниеотвод, вот опоры этого тросового молниеотвода, и я эти опоры тросового молниеотвода стараюсь вытащить подальше за защищаемую территорию. И я не только их стараюсь вытащить подальше, а посмотрите, я заземляющее устройство этой самой опоры выполнил в виде шины, которая направлена от защищаемой территории в другую, в соседскую сторону. Ну, принцип старый, у соседа корова сдохла, пустяк, но ведь все равно приятно. Так вот, у меня от такого устройства искровые скользящие разряды, которые могут идти вдоль поверхности грунта, и о которых у нас с вами был специальный вебинар, пойдут не ко мне, они пойдут к соседу. И если я могу сделать такую молниезащиту, если здесь слева ничего нет криминального, то я избавлю вот эту самую большую защищаемую территорию, пусть это будет резервуарный парк, пусть это будет завод, пусть это будет склад взрывчатых веществ, склад военной техники, от воздействия тока молнии. Вот только тросовые молниеотводы позволяют выполнить такую вещь. Есть еще один момент. Момент вот какой. При прочих равных условиях использование стержневых и тросовых молниеотводов всегда дает преимущество тросам. Вот здесь, вот на этом плакате, вот какой расчет. Я защищаю объект на большой территории. Площадь этого объекта 100 на 100 метров. Высота объекта 20 метров. Я хочу защитить ее стержневыми молниеотводами. И вы видите вот на этом самом плакате, на этом слайде, что у меня получается следующая вещь. Сейчас я подцеплю только, не могу поймать стрелку. А, вот, поймал. Вот, смотрите. Вот у меня для того, чтобы обеспечить надежность защиты в 2/9, вероятность прорыва 1/100, мне
четыре стержня нужно иметь высотой в 40 метров для того, чтобы защитить эту территорию. А если я возьму эти же самые четыре опоры, но повешу на них тросы, то для защиты этой же самой территории нужно уже не 40 метров опора, а всего 28 метров при той же самой надежности защиты. То есть тросовый молниеотвод, он всегда более надежен. Ту же самую надежность можно обеспечить при меньшей высоте. А что это значит? Вот задумайтесь. Это значит не только, что у вас пойдет меньше металла, потому что 28 и 40 метров опоры будут строить разную высоту, разные деньги. Но дело-то заключается вот в чем. Опоры, чем они более высокие, тем большее число ударов молнии они на себя тащат. И если я возьму более высокие опоры, то они будут тащить на себя больше молний. А эти большие молнии, их токи, растекаясь по самой опоре и по земле, будут создавать большее количество опасных перенапряжений. И сокращая высоту молниеотводов, я уменьшаю частоту опасных электромагнитных воздействий. А для современной микроэлектронной техники это сверхважная вещь. Но есть еще один момент. Как-то мы с вами уже говорили о молниезащите при помощи коронирующих систем. У нас был специальный семинар, на котором рассказывалось о том, что при помощи коронирующей системы, вот такого зонтика, на котором напихано большое количество иголок, можно закрыть поверхность и защитить ее от удара молнии. Правда, вот такой зонтик, не очень хороший молниеотвод, он защищает только самое себя. Сейчас поймаю. Вот смотрите, вот видите, вот этот зонтик стоит над вышкой, осветительной вышкой аэродрома. Вот он защищает от ударов молнии эту вышку. Молнии сюда не проникают, они не ударяют ни в вышку, ни в сам зонтик. И вот такая система защиты, она годится для того, чтобы бороться с электромагнитными наводками. Но дело заключается в том, что примерно такой же эффект можно добиться и не с помощью вот такого зонтика, а с помощью большого достаточно количества тросов, которые развешаны на защищаемые территории, шагом, скажем, примерно в 30-20 метров. И из-за того, что эти тросы коронируют и создают облако объемного заряда над всей этой большой территории, ну, пусть это, например, территория подстанции, или это какая-то заводская территория, то в результате этого дела у вас получается такая вещь, что количество ударов в эту самую территорию очень серьезно снижается, и надежность защиты очень серьезно снижается. Вот какая была бы вероятность защиты без коронирующей системы, а вот почти на порядок с лишним она становится более надежной за счет коронирующей системы. Вот такая мультитросовая коронирующая система позволяет защищать большие территории, во-первых, с надежностью никак не меньше, чем 3/9. То есть примерно одна молния из тысячи может проникнуть на эту территорию. Но это не все. Число ударов в саму коронирующую систему тоже снижается.
То есть в число ударов газотроса будет примерно в 2, а то и в 3 раза меньше, чем если бы они не коронировали. А в результате этого дела у вас снижается число электромагнитных наводок. Но есть еще один момент. Вы можете опоры этих газотросов вытащить метров на 15-20 за защищаемую территорию и поставить их там. И тогда у вас токи молнии не будут растекаться по территории и не будут создавать никаких наводок на этой территории. И это тоже очень важный и очень серьезный момент. Вот такая мультитросовая защита с коронирующей системой, она явно специально ориентирована для того, чтобы ее использовать для защиты больших протяженных территорий. Какая, где собака, которая мешает это использовать? Собака вот какая. Сейчас я найду снова стрелку. Вот. Одну секунду, до этого я еще не дойду. Собака вот какая. У нас в наших нормативных документах о коронирующих молниезащитных системах нет ни единого слова. Система есть, разработки есть, а нормативной базы нет. Поэтому главная задача сегодня – это создать эту новую нормативную базу, утвердить ее, довести ее до проектировщиков, и тогда с помощью этой самой системы можно будет работать и можно будет добиваться достаточно хороших успехов. А вот теперь тот вопрос, который бы мне все равно задали. Ну, а почему-то активные-то молниеотводы нельзя использовать для защиты больших территорий. Есть полно рекламы. В рекламе говорится, если вы на молниеотвод высотой примерно в 30 метров поставите вот такую активную насадку, которая здесь нарисована, то у вас зона защиты этого молниеотвода, она увеличится примерно в 5-6 раз. То есть вместо радиуса защиты 30 метров будет радиус защиты, ну, где-нибудь на уровне 200 метров. Вот вы и защитите такими активными молниеотводами хоть нефтеперекачивающую станцию, хоть заводскую территорию. А если поставите их несколько штук, можете защитить и поле для гольфа, где будут спокойно новые русские развлекаться замечательной игрой. Вот если верить рекламе, все это так. Если рекламе не верить, то ситуация совершенно другая. Все испытания, которые сегодня проведены, показали, что активный молниеотвод действительно активен в том смысле, что он притягивает к себе молнию значительно хуже, чем обычный рабоче-крестьянский. Происходит это из-за того, что то кратковременное воздействие напряжения, которое формируется на этом активном молниеотводе любого типа, я подчеркиваю, из тех, которые есть сегодня, они приводят к тому, что от вершины молниеотвода возникает мощнейшая вспышка ионизационная, которая покрывает вершину этого молниеотвода электрическим зарядом и прерывает формирование от него канала, который должен перехватить молнию. Ну, например, в американских испытаниях 6 активных молниеотводов и 6 молниеотводов обычных той же высоты было получено 13 ударов молнии. Ни один из этих ударов
не попал в активный молниеотвод. Все они попали в обычные молниеотводы рабоче-крестьянские, безо всяких насадок. Примерно похожие результаты получили и у нас при испытаниях этих молниеотводов длинными искрами. Поэтому рассчитывать на защиту больших территорий активными молниеотводами не приходится абсолютно. Это придумка, которая не годится никому. Еще раз повторяю. Если вы купите активную насадку и поставите ее на молниеотвод, зона защиты этого молниеотвода не увеличится, а уменьшится. И этот факт экспериментально доказан. Вот прежде чем кончать этот вебинар, довольно короткий по сравнению со всеми остальными, я хочу остановиться еще вот на какой вещи. Вот о больших территориях надо говорить еще вот в каком отношении. Вот представьте, у вас большая территория. И по этой большой территории в земле или по поверхности земли идут какие-то металлические коммуникации. Ну, например, это газопровод или нефтепровод. Или, в общем, какая-то, какая хотите, коммуникация, которая идет в земле. Как будут развиваться такие события? События будут развиваться следующим образом. Вот представьте себе ситуацию. Вот у вас лесной массив. В лесном массиве сделана просека. По просеке идет такая коммуникация. И что будет дальше? А дальше будет вот что. Молния, конечно, не ударит в подземный кабель. Молния ударит в деревья, которые стоят на опушке. С корней этого, этих деревьев, как с естественного заземлителя, у вас будет рассекаться ток молнии и будет формироваться искровой канал, который может существовать в грунте любой проводимости и может иметь длину в десятки метров. И вот этот-то канал дотянется до вашей металлической коммуникации. А дальше ток пойдет по этой коммуникации. Он будет идти по этой коммуникации, постепенно стекая в землю. Но если у вас грунты паршивые, если их удельное сопротивление вот 1000-2000 омметров, то у вас, смотрите, что получится. То, пройдя расстояние тысячу метров, у вас доберется до вашего объекта с сопротивлением заземления 10 Ом примерно 25% тока молнии. То есть, если у вас ток молнии был расчетный 100 кОА для третьего уровня молнии защиты, у вас доберется до объекта по коммуникации 25 кОА ток. Если это 1000 Ом, доберется примерно 12%. А если 500 омметров сопротивления грунта, ну, доберется где-нибудь 8%. Это вполне реальные токи, которые представляют собой достаточно серьезную опасность. И обратите внимание, что я говорю об объекте, у которого есть хорошее в 10 Ом сопротивление заземления. Тем не менее, туда вот эти токи добегают. И об этом надо помнить, и это надо иметь в виду, когда вы собираетесь заниматься молниезащитой больших территорий. Большая территория – это не только территория, где стоят ваши объекты, это еще и территория, где лежат подземные коммуникации ваших объектов. Об этом надо помнить. Вот это, наверное, все, что я могу вам рассказать сегодня. Я готов